Конечно, жаль, что так времени уже остается мало, но я хотел все-таки от имени ветеранской организации МВД поздравить Валерия Политовича с таким красивым юбилеем и вручить ему нашу медаль за активную работу по патриотическому воспитанию. Потому что, хочу сказать, то, что делает он, делают его друзья. Не так много в России встретишь таких замечательных людей. Валерий Петрович, я вас поздравляю, вручаю вот эти наши скромные награды, но вы их заслужили тем, что очень много делаете для воспитания молодежи в патриотическом духе. Спасибо вам огромное, от всей души еще раз поздравляю. Я хотел и прочитать что-нибудь из афганского своего дневника, еще что-нибудь, но времени просто нет. Поздравляю, Валерий, от всей души. Спасибо большое. Служу России и благодарю.